Всем привет, всем здравствуйте. Мне поступил вопрос от девочки, что на скидках на сайте Coach. Сайт coach.com – это сайт, который привязан к бутику, потому что есть еще Coach Outlet. Ну, на Coach Outlet точно так же он coachoutlet.com. Все заходить могут, а на сайт Coach не изо всех стран есть прямой доступ к этому сайту, и он не везде открывается. По этой причине я и записываю вам этот ролик тех моделей, которые сейчас у Coach на скидках. Я не буду подробно останавливаться на моделях. Здесь есть и новые, и очень много старых моделей. Вот. Но, тем не менее, вы все сможете увидеть, какие модели есть на скидках. И я иногда вот здесь начинаю смотреть. Не все цвета представлены на скидках. Например, какая-то модель выбрана, и только в отдельных цветах она попадает на скидки. Сейчас начало июня. У всех, кстати, с наступившим летом. Сегодня 1 июня, День защиты детей. Лето. Да, лето наступило. Так, и самые большие скидки у Coach, да и вообще во всех магазинах, бывают на Крисмас зимой и на 4 июля летом. Вот к 4 июля поближе будут еще какие-то модели дополнительные попадать на скидки. Я планирую в ближайшие дни съездить в Coach-бутик, и тогда мы сможем с вами какие-то новые модели рассмотреть поближе. Я смогу их показать, пока только вот если мы новые модели встретим на сайте. Ну, здесь, наверное, немного будет моделей в скидках именно, потому что я вам сделала обзор. Сначала идут женские сумочки на скидках, потом женские кошельки, потом женские аксессуары, потом совсем коротко по мужским сумочкам и по мужским кошелькам. Вот. А к 4 июля все, что попадет, еще бывает у них такая фишечка, что они делают экстра скидки на скидочные модели непосредственно в сам праздник. Иногда бывает это там за пару дней до этого или за неделю, и неделю после 4 июля. Ну, такие модели обычно быстро разбираются, которые на экстра скидки попадают. Если вам будет это интересно, вы будете мне писать вопросы, мы будем с вами за ними следить. Вот. Ну, а пока я стараюсь показать вам все, что есть. И вот конкретно девочку интересовала сумочка Манхэттен. Я не увидела здесь ее на скидке. Я не листала все, что есть из новых моделей по обычному списку. То есть я только зашла именно в сейл. Все, что на скидках, сюда попало в этот ролик. А все, что не на скидках, мы сможем посмотреть из того, что представлено в бутике. Ну и если кого-то какие-то модели будут интересовать, то поближе можно рассмотреть их будет и на сайте, если вдруг их не будет в бутике. Вот. Ну а пока сейчас здесь начался раздел женских кошельков, но он также в себя вмещает, я смотрю, и сумочку тоже. Ну и он называется как кошельки и рислеты, те сумочки, которые носятся на кисти руки, на петельке. Вот, но здесь, смотрю, попадаются и не только рислеты, попадаются и маленькие кроссбоди тоже. Вот, дальше я решила, что уж по женским аксессуарам я покажу, что еще есть. Ну, а одежду и обувь, и мужскую, и женскую, я сюда включать не стала, потому что, ну, как правило, не очень она вам интересна. Чтобы не загружать этот ролик, решила его сделать коротеньким, просто для обзора. Ой, вот эти кошельки мы с таким долгим рвением зимой ждали на скидках, но они так и не были. Девочка покупала такие кошельки без скидки, а сейчас вот они появились. Ну и вот пошел здесь раздел аксессуаров. Ну, здесь, как правило, какая-то бижутерия, ремни, шапочки, кепочки, шарфики, твили. Вот. Мой WhatsApp в описании, если кому-то нужно обсудить какие-то условия, что-то вы захотите приобрести, и вам нужна моя помощь будет, пишите. Какой-то интересный новенький браслет, не было такого раньше. Ну, я смотрю, здесь и в кепках
многие цвета. Не следила я пару месяцев за сайтом. Не знаю, что здесь еще из новинок. Будем вместе с вами узнавать, что появилось нового. Пока вот на сайте это все посмотрим. И в ближайшее время, я надеюсь, я смогу вам показать это из бутика. Конечно, многие умеют открывать сайт и без моей помощи. Поэтому кто это делает, они смогут это сделать. Ну, а я показала это для тех, кто не смог это сделать или просто кому интересно. Вот, заканчивается раздел мужских кошельков, хотя сюда, я смотрю, и женские попались. Ну, они, наверное, считаются унисекс. Вот на этом все. Пока-пока.